Известие святителям Златоуста о молитве. Часто спрашивают, я, говорит, вчера помолился, просил что-то у Бога, а ничего нету. Меня что, Бог не услышал? Вопросы так и задают, да, это, как это, я помолился сейчас, мне сразу должен быть ответ. То, что я хотел получить, только так, не по-другому. И вот он говорит так, великое благо молитва. Если бывает чувством благодарения, если мы научимся благодарить Бога не только получая просимого, но и не получая. Получил, не получил, Господи, благодарю Тебя, что Ты не ответил пока, но знаю, что Ты ответишь, когда это нужно будет. Бога не только получав просимое, и не получая, Бог и когда дает просимое, и когда не дает, делает то и другое на пользу. Так что получил ли ты или не получил, ты получил благодаря тому, что не получил. Успел ли или не успел, ты успел через то, что не успел. Бывает иногда полезнее не получить, если бы для нас не было часто полезно не получить. Бог, несомненно, дал бы между тем не получить с пользой, значит получить. Не будем же роптать на немедление и дарование просимого, а скорее покажем по этому самому великую твердость и терпение. Разве Бог не мог бы даровать и прежде исполнение наших просьб? То есть даже мы не просили, Бог ведь мог бы там, видя нашу нужду, что дать. Мог, конечно. Но Он ждет для того, чтобы получить от нас самих повод праведно удостоить нас своим попечением. Поэтому получим ли просимое, не получим ли, будем настойчивы в своем прошении и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. Не получить, когда так хочет Бог, значит не менее, чем получить, потому что мы сами так не знаем, что полезно для нас, как ведает Он. Таким образом, получим ли мы, не получим ли, мы должны одинаково благодарить и принимать с радостью то, что Ему будет благоугодно. Не потому Бог часто медлит исполнением наших просьб, что отвергает их, а желая научить нас постоянству и привлечь к себе. Так и нежно любящий отец часто не соглашается на просьбу сына, не потому что не хочет дать, а желая, чтобы побудить сына в настойчивости, чтобы подольше подержать его возле себя. А так получил и уехал. Чтобы помолящийся был услышан, это зависит, во-первых, от того, если мы достойны получить. Во-вторых, если мы молимся согласно законами Божьими. И в-третьих, если молимся непрестанно. И в-четвертых, если не просим ничего житейского. В-пятых, если исполняем и все должное, и со своей стороны, и, наконец, если просим полезного. Как от этих условий зависит быть услышанным, так и от противных условий быть неуслышанным, хотя бы молящиеся и были праведники. Разные святыни привозят. Привези, говорит, пояс Пресвятой Богородицы. Люди стояли в очереди по 15-17 часов. Очередь была длинная, это мне рассказывала раба Божия, которая там участвовала. А волонтеры разносили, а на улице люди это стоят, очередь длинная там длится, разносят там чай, что там это, чтобы поддержать людей как-то. Вот. Ну и потом спрашивают, о чем люди больше просили, молились-то. Там ведут исследования. Ну, примерно из 100 прошений, может быть, одно есть такое, которое молится о том, чтобы обрати моих детей там, к Богу, или во мне веру утверди, в детях моих, там, то есть, кто просит духовно. А больше все телесно. Помоги, представь, муж от меня ушел, чтобы вернулся. Там, с зятем неладно, чтобы ты его, зять пьет сильно, чтобы он не пил. Ну, вот все просьбы такие, то есть, телесные, для тела своего просят, чтобы удачно было. Другая там молодая, чтобы замуж удачно выйти, квартиру получить. Ну, прочее, все такие прошения были. А духовных – единицы. Кто был праведнее Павла? Но когда он просил бесполезного,
то не был услышан. О том, говорит, трижды молил я Господа, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. 2 Коринфянам, 12 глава. Кто также праведнее Моисея? Но и он не был услышан, и ему Бог сказал, полно тебе. Второзаконие, 3 глава. Так как он просил о том, чтобы ему войти в землю обетованную, а это было бесполезно, то Бог и не попустил. Ему хотелось, конечно, вел столько, 40 лет шел. И вот она уже, видать она где, ну войти. Нет, не войдешь, потому что согрешил. Кроме того, мы бываем не услышаны еще и по другой причине, именно когда молимся, продолжая оставаться в грехах своих. На это указал Бог, когда сказал об иудеях и Иеремии, «Не проси за этот народ, не видишь ли, что они делают?» Иеремия, 7 глава. «Они, говорит, не оставили, не отстали от нечестия, а ты возносишь за них прошение». И часто просят прошения даже в церкви. «Батюшка, помолитесь о сыне моем, здравии сына моего». Так он верующий. Нет, он не хочет веры. Так ты проси о том, чтобы он обратился в веру. Об этом просить. А записывать таких редко кто подает. А в храмах вообще не подают, я знаю. Просто о здравии и упокоении. Две графы. Здравие всем нужно. А ему здравие-то и не нужно. Они говорят, не отстали от нечестия, а ты возносишь о них прошение. Но я не услышу тебя. Равным образом, когда мы просим чего-либо против врагов, то не только не бываем услышаны, но и раздражаем Бога. То есть кто-то мне сделал, ты ему просим, Господи, да накажи ты его там, да чтоб у него там отнялось что-то, да другое, третье там. Проклятие просто на них. Ну, зачем? Итак, великое благо, постоянство молитвы, как нас научает события с хананиянкой, в самом деле. На что не соглашался Христос, когда его просили апостолы, в том успела она, своей настойчивостью достигнув исполнения просьбы. Бог более хочет, чтобы его просили мы сами за свои прегрешения, чем другие за нас. Когда мы просим людей, нам нужно бывает и тратить деньги, и рабски льстить, и много ходить, и хлопотать. Потому что часто нельзя бывает прямо получить доступ и говорить с самими господами. У Бога же не так. Он не нуждается в посредниках, когда его просят, а не так преклоняется на милость, когда и не так преклоняется на милость, когда умоляют за нас другие, как тогда, когда мы сами просим его. Бог хочет, чтобы мы часто просили его, и бывает за это весьма благодарен. Потому что он единственный должник, который, когда от него требует, благодарит и дает то, чего мы не давали взаймы. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе.